На общественных слушаниях присутствовали представители администрации Одинцовского, Истринского, Русского, Можайского, Наро-Фоминского, Волоколамского, Латашинского и Шаховского районов. Муниципальные власти и энергетики определяли перспективы развития электросетевого комплекса в Подмосковье. На данном совещании задачи ставилось две. Значит, первое – это показать инвестиционную деятельность западных сетей, да? То есть в каждом районе, понимали, какие мы вкладываем деньги. То есть какие у нас задачи. Сегодня МАЭСК выполняет реконструкцию 19 питающих центров, которые входят в энергосистему филиала «Западные электрические сети». Это делается для обеспечения надежного электроснабжения западного направления Московской области и создания благоприятных возможностей для присоединения новых абонентов к сетям МАЭСК. На территории западных электросетей филиала ПАО МАЭСК расположено 97 питающих центров с суммарной мощностью 4561 мегавольт-ампер. Мощность, свободная на данный момент для техприсоединения к этим питающим центрам, составляет 789 мегавольт-ампер. Фактически объем капитальных вложений в развитие западных электрических сетей в 2015 году составил свыше 4 миллиардов 770 миллионов рублей. В 2015 году специалисты компании вели 175 километров линий электропередачи в Одинцовском районе. Один из крупнейших проектов, который энергетики реализуют сегодня, это реконструкция высоковольтной подстанции Одинцова. Ее мощность уже увеличена более чем в два раза. Специалисты сетевой компании отмечают значительный рост числа заявок на технологическое присоединение. Ежегодно к сетям МАЭС подключается более 1500 жителей Одинцовского района, одна треть которых уже смогли по достоинству оценить услугу онлайн. Подключение. Здесь же представлена вся линейка дополнительных услуг, от техприсоединения под ключ до обслуживания абонентских сетей и строительства новых, включая уличное освещение, вынос линий и другое. Достаточно зайти на сайт компании, зарегистрироваться и приложить копии требуемых документов. По времени обработка заявок через интернет и офис одинакова. Если говорить о центрах обслуживания, они приобрели новое лицо, то есть это достаточно современные офисы, современные помещения, оборудованные различными там электронными средствами, причем нет территориальной привязки, то есть можно в любом клиентском офисе, независимо это от района на западе, на востоке, в самой Москве, можно подать заявку, заключить договор. В ходе общественных слушаний энергетики МАЭСК указали на проводимые компанией изменения. Руководство сетевой компании намерено и дальше развиваться в направлении открытости и прозрачности проводимой работы. Участники мероприятия отметили целесообразность проведения подобных встреч. Гости поблагодарили руководство филиала за работу по обеспечению качественного и надежного электроснабжения западного Подмосковья.